просять у нас за ці дні. Ну і, звичайно, привітати лауреатів, переможців конкурсів. Мені здається, що кожен зробив для себе величезний скачок в своїй творчості і здобув для себе свої перемоги. It's been a huge pleasure for me to be here. I'm very, very honoured. It's wonderful to see all these young musicians and to share that with all my colleagues, my distinguished colleagues. And the wonderful thing about this festival... Я дуже задоволений бути тут і бачити всіх цих талановитих музикантів молодих на сцені і поділити цю радість із всіми моїми колегами. Вокалистку Марию Локоткову. Журнал «Афиша» дарит тебе... Журнал «Афиша» дарит тебе первую публикацию. А в рубрике «Дети» в следующем номере мы сделаем с тобой красивое интервью. Это, возможно, будет с тобой первое. Это будет начало твоей большой-большой карьеры. Спасибо. Дорогие друзья, праздник музыки состоялся. Я всех поздравляю, это было замечательно. Прежде всего хочу поблагодарить оркестр за это. За проделанную громадную работу, за терпение, за мастерство, за профессионализм и... Профессиональные музыканты старались жить душа в душу с нашими юными друзьями. Детскому творчеству. И сегодня мне хочется подарить участникам из младшей группы, деткам, необычайно способным и талантливым. Я надеюсь, что они приедут к нам на следующий год. И рисуя те картины, которые сейчас мы им подарим, они будут вспоминать Запорожье и мысленно готовиться к следующей встрече в следующем году на 19-м конкурсе. Очень приятно сегодня находиться в этом зале и чрезвычайно приятно наблюдать, как такие замечательные традиции, которые десятки лет назад зарождались у нас в городе, на Запорожской земле, уже через 18 лет продолжают не только радовать нас, но и развиваются, наращивают масштабы. Ну а теперь, конечно же, по поводу гран-при, в этом году жюри не смогло определить единственного победителя и разделили его два наших участника, два победителя, которые по достоинству продемонстрировали свои таланты, и мы, глядя на высокоуважаемое жюри, понимаем, что это, естественно, произошло справедливо, честно. Поэтому давайте поприветствуем еще раз всех и, в частности, победителей. Фестиваль аккордов «Портис» вручается. Милда Даунарайте, Литва.